Добрый день, друзья. Вот озарелок отсадил первых. Два зеленых, один лимонный. Сегодня у нас 7 июня, наконец-то пришло лето. Сегодня 31. С неделю уже высадил канареек в летний вольер. Здесь сидят одни самцы. Щегол, два чижика, репел и зеленушка. То есть десяток самцов, таких годовалых. Дальше сидят в другом таком же вольере сидят молодежь. Я никого, конечно, не садил в этом году. Ну, в смысле канареек. Те самки, которые сами захотели, вот я посадил несколько самок. Ну, дали мне 15 штук. Дальше сидит молодежь. Сейчас пойду покажу вам. Я им сделал на зиму такие боксики, ну, пролетки, чтобы они тут мне в вольере с попугаями не сидели. Я им сделал. Сейчас, ну пойдемте покажу. Так, а тут я сделал, ну еще не доделал ремонт. Тут помещение два с половиной на 2,5. И такие вот боксики я сделал. Вот 3 штуки. Длина 1,10 м, ширина 50 и высота 50. Для самцов, для самок, ну и для молодежи. Вот такая вот решетка. Дверь, потолок, ну еще свет. Лампочку не провел. Освещение у них будет вот такое. Вот включается, выключается. Включается, выключается. Один, второй. Вот, видите, такой английский замок, евроручка. Вот такая решетка на лампочке. Ну, вот, слепил, был старый шкаф, валялся в огороде. Ну, стенки имею в виду. Так вот, дверь, высота тут где-то 1,90 м, термометр присобачил, ну вот пока так, внизу еще свет не сделал, ну что ж такое. Короче, и USB, да и Space, такая херня. Так что здесь будет зимой канарейки. Просили про канареек. Пожалуйста, вам про канареек. Ну и здесь потом эти провода попрячу. Поставлю палки и еще кого-нибудь на зиму мошкарел запущу, молодежь. Может, озареловых.
Окна тут нету, только дверь с окном такая, на полдвери окно. Ну, нормально здесь. Так что вот такой вот она боксики. Еще раз говорю, размер 1,10 м длина. Ширина, глубина 50 или 60 и высота 50. Вот так. Это остатки были от вольера, остались то, что на улице делал вольеры. Вот в предыдущем видео там, правда, мешал ветер, ну там такое. Вот это с остатков слепил боковинный старый шкаф, а вперед тут еще рейки остались. И на английский замок. Только докупил, по-моему, петли и все. Это две старые были дверки с этого же шкафа. Раньше у меня там не разлучники жили, это еще лет 6 назад, наверное, в этом шкафе. По длине, по высоте его обрезал. Ну, в общем, короче. Вот как-то так. Ну вот пока сидят в вольере, а на зиму туда в тот шкаф пересадим. Там еще молодежи есть, наверное, 3 штучки отсадить от зеленого самца. И короче, ну такие желтые, один зеленый, один он рябый. И оранжевые. Это, короче. Значит, гол прилетел. Вон внизу ребел сидит. Ну вот снял, как просили. Корм сам делаю. Чумиза, канареечник, проса желтая, проса красная, рапс, овес чищенный. Ну, короче, всякой фигни добавляю. Лен, ну, в общем, все, что есть. Ну все, пока всем, до свидания.